приветствую, любители сада. Есть у меня несколько можжевельников, растут они очень медленно, но есть у меня и зверь, который бегает и ломает абсолютно все. Три кустика у меня, вот этот кустик обломала уже почти все ветки у него, и вот рядышком еще кустик. Они были посажены в одно время, имели один рост, но вот это растение было защищено вот таким ограничителем. И по сравнению с теми кустиками, которые я уже показала, выглядит намного лучше. Поэтому решила предостеречь свои растения, купила сетку. Имеет она метр высотой, ячейка довольно крупная, меня это вполне устраивает. И мне необходимо разделить пополам, чтобы высота ограничителя была 50 сантиметров. Ножницы по металлу помогли мне, разрезала. Так, я получила ограничитель высотой 50 сантиметров, диаметр тоже 50 сантиметров, бока соединила алюминиевой проволочкой. Получилось все довольно симпатично. И чтобы придать им устойчивость, закрепила металлическим стержнем. Но в последующем, конечно, мне необходимо будет болгаркой его обрезать, так как наклоняюсь, и это очень опасно для глаз. Поэтому такой вот лайфхак. Когда растение подрастет, все это можно будет убрать. Такие ограничители хорошо применять для того, чтобы оберечь небольшое растение от триммера. Здесь у меня растет вейгела, красивое растение, но триммером вечно подрезаю. А такой ограничитель, который просто снимается и устанавливается на другое место, где необходимо газон подстричь, будет очень удобно. Есть у меня вот такие ограничители рядом с хвойными, но собака все время выворачивает эти камни, а растения необходимо уберечь. Поэтому при подстрижке газона буду просто устанавливать такие ограничители. Работа окончена. Ограничители везде установлены, и теперь за свои маленькие растения я буду спокойна. Вот такие туечки уже не нуждаются в защите от собаки, но триммер также их может повредить. И вот есть у меня еще две туи. Купила их уже 3 года назад. Вот эту постоянно моя Хильда обламывает. Установила уже вот такие вот ограничители из металла. Но все равно. Поэтому устанавливаю. И тогда и та маленькая туйка, пострадавшая от Хильды, будет выглядеть так же хорошо. Понравился такой лайфхак? Делайте. Понравилась идея? Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на мой канал.